Капли тебе дам. Дорогой. Расскажешь? Вот такая вот такая. Вот она, ну наконец. Молодец, Герда, ну молодец. Вот так, вот так хорошо. Ой, так хорошо, красиво. Молодцы. Молодцы, так, сделали этот контент, вы не уйдете, это точно. Так, кто у нас еще хотел? Да, конечно. Давайте. Так, мы меняемся устройствами. Зеркалка. Да. Зеркалка, просто зеркалка. Да, да, соображу. А вы выключились? Давайте, Наталья. А, это на он, да? На он, там пейзаж идет. Секунду, а то я свалюсь. Да, да, Гердочка, можно к тебе, девочка? Вот так, это вот. Пожалуйста. Ну, поближе, главное, ложись. Вот так, вот так, вот так, хорошо. Вот так. Ой, хорошо. Ой, хорошо, боже. Вот это, да? Кнопочка вот эта? Да. Наталья такая солнечная, напоминает мне из мультика «Львенка» такой. Я на солнышке лежу и ушами шумлю. Рыжую майку купил, надо было одеть. Да. Солнечный человек просто. И такой же позитивный. Там, откуда вы приехали, нас тоже смотрят. Я. Я. Свои люди там у вас есть. Да, как же, приезжайте в гости. Франкфурт на Майне. Франкфурт город. Там один аэропорт. Что как стоит? Наш Крым. Ой, такой дурацкий. Еще раз. Всех будете билегом. Можно, малышка? Вот так, да. И присоединитесь с ней головой, головой. Ой, вот так, вот моя так. Девочка. Ой, ты моя хорошая. Наконец-то. В нос может ее даже так. Вот так. Вот. Разбух на Майне обзавидуется, как и вся Германия. Да, точно. Вот своими 100 зоопарками, в которых ни в одном. Ой, такой ужасный, я там был. Где, где? Во Франкфурте, на Майне? Да, да. Не помню его, я был там. Ой, ой, вот моя лапа. Где моя лапа? Полный хандыков. Ой, аккуратно, аккуратно, аккуратно. От... Там к нам стала львица подкрадываться. Ты охотишься? Ну, села, да? Ты моя хорошая. Ух ты какая. Да. Да, моя хорошая. В Германии огромные, хорошие вообще. В Берлине, зоопарки, в Дрездене, в Ганнове. Ой, так и жить, делайте контент. Видели, да? Тут же кто-то надо кадр твой выселить, смотрите. Вот так. Все, как могла, говорит. Терпела, сколько могла. Только ради Германии. У нее же тоже немецкое имя. Он возле машинки. Век на холмике, а у нас львица в засаде. Так, Юль, вы там не фотографировались, по-моему. Давайте сюда. Скин. Давайте сюда. Смотрите, вот он так. Алло. А вы прямо вот здесь. А вы прямо вот там. Вот в конце мостков, где озеро. Ой, да город. Да. Вот так. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. А внизу вожак пришел. Да, он тоже в очередь стоит с вами фотографироваться. Олег, вот сюда подойти фотографировать. Пожалуйста, 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 конечно. Я сейчас машину отгоню вперед, чтобы она вон. Вот, 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 вот это. Вот. Ну вот это здорово вообще-то посмотреть. Повезло, так повезло. Сегодня целый день их искали. Да. Вот, машинка отъехала, и как в дикой природе. Молодец. Нет, он, может быть, там просто вот увидел, но... Вот Наталья сегодня была, Наташа была сегодня в обед, и вот вы видите, двух одинаковых экскурсий не бывает. Совсем другое все. Юля, а вы откуда приехали? Москва. Да. Тоже специально ради тебя. Так специально фотографа своего тащили. А? Вот оно вам надо. Мы вас пофотографировали.
Вы по-прежнему не хотите стать родственницей? Или уже хочет, так? Хочет. Готов, я хочу. Готовы, да? Так, а давайте вот вы с этой стороны подойдете. Прямо вот, Юля, нет, с этой стороны. Я уже готова с тобой. Давайте. Я уже там была. Я поняла, я как вас зовут? Наташа. А, точно. Наталья, тут... Юля и три Наташи у нас. Прошу вас, вы здесь прямо садитесь. Я тоже не могу. Или так, как вам удобно? Ну так, да, так что... Вот так, вот так. Можно пофотографировать? Кто-то снимается. Умереть не встать, обожаться. Так вообще, а внизу вожак. Да. Облокотиться можно? Можно. Чисто теоретически. Вот так, вот так. Ой, молодец такой. Молодец, хорош. Красивый потому что. Красивый. Парень свой YouTube-канал. Ну, когда увидел нас, он засел, залип и смотрел много-много видео. Да вы что? Да, и специально приехали. Я все правильно сказала? Да. Да, ничего не припомню. Лапу можно потрогать? Опа! Скажи, уже нет, скажи, я решил под дерево. Он повыше перейдет, ребята, но очень хорошо. Так, вот здесь вы потом. Все, Наталья, пойдемте, да. Пойдемте. Как в Короле Льве стал. Смотрите, как здорово стоит. Наташа, вот сюда. Здесь. А Наталья пусть вот в солнце. Да, вы можете коснуться. Давай, если вот что, Наталья во враг. Вот так. Посмотрите, Наташа, вот так. Нет. Вот здесь хорошо. Просто бесподобно. Вот согласен, скажу. Да. А там чука пошел. Осторожно. Давайте, давайте, давайте. Там крокодилы внизу, а так ничего страшного. Ну хорошо, что не пираньи. Туристов кушать не можно. Да, да, да. Вот какие у нас абрикосы постелись. Вот Детка, да. Ты куда? Ничего, ничего, ничего. Пошел в массы. Он ходит сам по себе. Нет, я... А вы есть кто? Жертвы? Да. Сейчас он пошел. А мы пойдем. Да, кто у нас с ним еще не фотографировался? Вот, пойдем, надо идти. Абрикосы это хорошо. Но когда львы начнут кушать фрукты, это будет раньше, чем он найдет. Выйдут люди. Все смешалось. Кони, люди. Причем не просто со львами, а с вожаком. Скажи, укусненько. Пошли. Смотри. Да, пошли, пошли. За льва. Ой, водопой. Гек лег на водопой. И чук. Я такое первый раз вижу. Ой, ребят, давайте сюда, скорее. Смотрите, как они здорово пьют водичку. О, Таня, ты там уже, молодец. Я такое первый раз вижу. Это я не могу пропустить. Пришли просто попить водички. Посмотрите, становитесь здесь. Я рядом. Привет, ребята! Привет! Ай. Я хочу попить. Да? Олег, вкусно? Главное, с кем, а не что пить. Неправильно. Ммм, как лакает. Обалдеть. Водопой, на той водопой, чтобы сюда приходить пить. То, что мы не так часто видим, дорогие друзья, как пьют львы в саванне, но мы не все время проводим с ними. Вот.